7 апреля 1945 года. В течение 7 апреля в полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов. Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли город Новоместо и более 50 других населенных пунктов. В этом районе на нашу сторону перешли с полным вооружением остатки 24-й венгерской пехотной дивизии во главе с командиром дивизии полковником Мужом и его штабом. За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 38 самолетов противника –